Привет, меня зовут Кирилл Рыбасов, я приветствую тебя на своем обучающем уроке «21 убойная идея, как увеличить продажи в автостраховании». И сегодня я говорю тебе, расскажу про одну из самых простых, самых очевидных идей, которые лежат на поверхности, но многие начинающие страховые агенты почему-то не используют. Самая простая идея – это сделать так, чтобы получить максимально лучшие условия по автострахованию для себя любимого. То есть надо выторговать у страховых компаний максимально высокие комиссионные вознаграждения по продажам полисов КАСКО, ОСАГО, зеленых карт и других видов продуктов для автострахования, которые ты используешь. Это самая простая идея, которая лежит на поверхности, но многие почему-то начинают концентрироваться не на этом, а начинают концентрироваться на количестве продаж. Поэтому понятно, что максимальные условия ты не всегда можешь получить, но при прочих равных условиях на том уровне, на котором ты себя сейчас находишь, тебе нужно найти максимальное решение по комиссионному вознаграждению. И как только ты это решение найдешь, тогда тебе уже нужно начинать увеличивать свои продажи. Меня зовут Кирилл Рыбасов. Если тебе понравилось это видео, ставь, пожалуйста, ему лайк. Если есть какие-то вопросы, замечания, предложения, то, пожалуйста, пиши свои комментарии. Ну и если ты еще не подписан на мой канал, подписывайся. Меня зовут еще раз Кирилл Рыбасов, компания Мультфинанс. Счастливо!